Друзья, всем привет! Вы на канале Temp of Play. Мы продолжаем играть Death Stranding. В прошлой серии мы там доставили маму к ее сестре. Почему, я только не понял, она умерла. Конечно, очень странно. Из-за того, что типа мы связь разрезали, вот эту вот пуповину. И она долго не прожила. А там, может быть, замерзла. В общем, лохни. Ее сестра. Она нам разрешила подключиться, в общем. Так, а что у нас случилось? Где это наш ББ? Что происходит? Кто схватил? Hello? Она что ли похитила? Hello? Не это ищешь? Сюрприз. Фрэджайл меня перенесла. Наконец-то я увидел берег. Ну, ее берег. Не бойся. Я сюда пришел не просто поглазеть. У твоего ББ серьезная проблема. Это плохо. Дедмен. Эпизод 6. Ты помнишь, я говорил тебе, что этот инкубатор соединяет ББ по хиральной сети с некроматерью в штаб-квартире? Каждый такой ребенок — настоящий мост между нашим миром и той стороной. Их место не здесь. И не там, с тварями. Они существуют ровно посередине, никак не тяготея ни к тому миру, ни к другому. Но ББ-28 почему-то все больше и больше склоняется к миру живых. К тебе, сэр. Да понятно, я с ним сколько хожу-то. Нам вместе лучше. Ну да. Вместе? Сэм, ББ-прибор, а не человек. Мост, да. Дитя, нет. Почему? Так в чем проблема-то? Этот прибор, орудие, превращается в живое существо. Оно растет. Мозговая активность повышается. Накапливаются воспоминания. ББ-28 обретает самосознание, как настоящий ребенок. Не вижу в этом ничего плохого. Ну да. Это оборудование, Сэм, со своим назначением. И оно не работает вне капсулы. Вероятность полного отказа, даже просто при извлечении, 70%. Хотя уже не важно, через пару дней оно перестанет функционировать. Перестанет? Именно. Даже капсула не спасет. Вырубится. Что же делать? Перезагрузку. Его придется оставить у меня. Я перережу нить между вами и проведу операцию его воссоединения с той стороной. Я как бы подтолкну его к нужному месту, которое оно должно занимать посередине между миром живых и мертвых. Но это значит, ты на время останешься без ББ. То офигел. Это точно поможет. Не давай ему. Конечно. Но есть тонкость. Операция может стереть память. Стереть? Лу меня забудет? Ничего. ББ будет работать как положено. Просто доверься мне. Давай. Не доверяй ему. Не верю тебе, чувак. Говорю тебе, все очень просто. Жмешь спрос и перезагружаешь. Зря отдал. Вот почему я эти штуки ненавижу. Сэм. Я и так уже вернулся с берега весь грязный. А тут еще и от ББ получил такой подарочек. Прям в вещах пойдешь мыться, да? Сошел, стоит, смотрит. Ну ты там будешь купаться или что, будешь стоять? Угу.
Ну чё там, принимай душ-то, чё? И зачем туда заходил, я чё-то не понял. Здесь нас никто не подслушает. Мы наедине. Тут нет ни микрофонов, ни камер, чтобы читать по губам. Поближе. Дай Хардман не должен об этом узнать. Ты понял? Я раскопал кое-что о первых экспериментах с ББ. Официально их приостановили власти. После выплеска пустоты, когда погиб тогдашний президент. Документы уничтожили, технологию запретили, да? Но, как ты видишь, работа в тайне продолжалась. По прямому указанию президента Стрэнд. Бриджит? ББ посчитали ключом к разгадке тайны выхода смерти. У нее были большие планы. Их создавали не просто как детекторы тварей. Она хотела встроить их в хиральную сеть, чтобы открыть проход на берег. Но ни один из этих планов не осуществился. А теперь технология у террористов в руках. А как в этом замешан Дай Хардман? Я боюсь выяснять. Я не знаю, как давно он работает на Стрэнд. Не знаю даже, какое у него имя и лицо. Я думал, ты знаешь. Вы с ним дольше знакомы? Когда мы познакомились, он уже носил маску. Что-то там из-за ожога лица. Ну да, извини. Все данные за тот период засекречены по высшему уровню. Я так полагаю, доступ к ним имеет лишь директор. Но хиральная сеть открывает другую возможность. Скомпилировав фрагменты доступных данных, разбросанных по всей стране, я, возможно, смогу составить более полную картину событий. Будь осторожен, Сэм. Они следят. Ну, Сэм, ты парень, что надо, спору нет. Но зато не нужно тратить время на стирку. Ты ББ почини, ладно? О, нет. Чинить придется тебе. Без твоей помощи не обойтись. Сходи наверх, загляни в терминал доставки. Когда будешь готов? То есть получается, Хардман этот предатель или кто там он? Какой-то шпиончик он, походу. Притворяется, что он там типа маску носит. Какой-то подозрительный тип. Так, выйти из помещения, ну, нам, да, больше делать нечего. Получить новый заказ в горном узле. Так, тут моя дорога воспользовался. Отлично. Что тут такое? Трасса. Чуть не пойму, ее построили или что? О, тут кусочки трассы есть, походу кто-то построил. Пока я тут отсутствовал в игре, тут народ немножко построил. Круто.
Так, нам задание надо взять плохо, сейчас. Что у нас вообще там есть осталось? Дедман говорит, что твой ББ неисправен. Придется приостановить выполнение основной задачи, пока мы не разберемся. Только он совместим с Думом. И чем дальше на запад, тем больше будет тварей. Кстати, Амелия сообщила о смоляном поясе рядом с крайним узлом. Огромный регион, где полно тварей, которых предположительно вызвал Хиггс. Мы, конечно, хотим, чтобы ты побыстрее вытащил ее оттуда, но без ББ у тебя нет никаких шансов. Поэтому твоя главная задача — помочь Дедману восстановить функции ББ. Так как он здесь, то вы могли бы обсудить это лично. Сэм, я сейчас немного занят. Если не возражаешь, остановимся на голограммах. Во-первых, хочу, чтобы ты подключил нескольких выживальщиков, чтобы повысить концентрацию Хирали. Это нужно для усиления связи между ББ-28 и его некроматией. Затем, как я уже объяснял, нам нужно исправить настройку ББ. Чтобы ускорить процесс, нам в буквальном смысле нужно создать дистанцию между вами. Его оставить здесь, а тебя отослать. Если все сработает, твой ББ начнет функционировать нормально. К счастью, этот план поможет добиться и других целей. Мы же все равно хотим включить этот регион в хиральную сеть. Так что налаживай отношения с выживальщиками, доставляя грузы, и убеждай их присоединиться к нам. Построить себе дом в этих горах нелегко, но многие все равно решили попробовать. Там повсюду найдешь убежище. У нас от них целый список заказов, ожидающих обработки. Но помни, ты имеешь дело с людьми, которые сами решили там жить. Люди, которые ценят частную жизнь. Даже не думай, что с ними будет легко подружиться. Тебе придется постепенно завоевывать их доверие. И еще, Сэм, какое-то время ты будешь работать без ББ. Это значительно осложнит тебе обнаружение тварей. Так что смотри в оба, следи, не появится ли что-то необычное. И по возможности держись подальше от дождя. Ну, зашибись, конечно, без ББ мне. Так, тут робот что-то может. Так, могут. Отлично. Так, этот робот доставил там. Так, керамику там у меня появилась. Великий транспортник я, как всегда. Вот это что вот внизу? Объем заказа. Время доставки. Мне как бы время доставки надо было уменьшить бы попробовать. Состояние груза вроде тоже неплохо. Так, заказы. Робототехник какой-то тут. Ух ты, я там не был. Доктор. Ну, доктор, я помню, видел его, он где-то тут недалеко. А время тут есть? Нет времени. Ну, почему тут... Три медицинских набора. 28-31 килограмм. Нормально. Так, получить. Тут вниз сбегаем сейчас. Вот сюда вот недалеко, да? Так, что нам нужно? Да нам туда ничего не нужно. Может быть, вот этих вот построить штучки 3, чтобы быстро перемещаться. Ну, я даже не знаю, здесь смысл есть, нету. Пока не буду. Ладно. Подтверждаю. Ну, тут мотоцикл есть уже на халяву. Сколько у чувака? 545 тысяч лайков. Охренеть. Ну, давай вот на вот этот прокатимся. Так, а я могу... У меня нету транспорта, да? А я могу создать себе транспорт? Да, я себе мотоцикл тоже могу создать. Один мне нужен, да.
Зачем мне чей-то, если у меня есть свой? Окей. Так, погрузить. Все на мотоцикл, подтвердить. Да, отправляемся в путь. Так, ну тут недалеко, сейчас сгоняем. Что такое? Сэм, слышишь? Локни? Ага, вызываю тебя по выделенной линии Бриджес. Меня попросили заменить сестру и поддержать тебя. Мы снова вместе, едины. Отныне навсегда. Мы общаемся, так что я очень быстро войду в курс дела. Так ты снова с Бриджес? Дело не в этом. Совсем. Проблема в том, что хочет она. Что хотим мы. И почему бы нам не помочь тебе? Ты же нам помог. Было бы замечательно. Теперь мы все связаны. Так, и чем же вы мне хотите помочь-то, мне интересно знать. Центральный регион. И туда народ требуется, чтобы дорогу построить. Тут можно притащить сколько-то там. Я думаю, не будем пока этим заниматься. Вот тут мостик есть заодно. Отлично. Да, сейчас доедем. Один мост, второй мост. Езжай, езжай, езжай. Тут даже зарядить можно, пока едешь. Вот, чуваки. Вот я и добрался быстренько. Так, доставить запрошенного груза, да. Подтверждаю. Нет, мы видели это еще раз. Доставка. Отлично. Великолепно. Похоже, все в идеальном состоянии. Конечно, еще бы. Так. Это, наверное, скорость будет сейчас у меня, да? Состояние груза. Я хотел спросить тебя кое-что. Ты поможешь мне вступить в USA? Конечно. Если при этом больше людей смогут получить столь необходимую медицинскую помощь, значит, дело того стоит. Так, ну я без ББ. Так, вот этот кусочек подключил. Новый член. Там дорога вон так вот. Вокруг сердечко. Сердечко как бы отдельное. Спасибо тебе. Пусть я уже не так молод, но мне есть что предложить. Кстати, я нашел то, что может тебе пригодиться. Давай, давай. Можешь смело забирать. О, водичка новая. Новый энергетик, да? Да, фляга второго уровня. Классно, спасибо. Твои грузы спасли многих.
И ты ведь знаешь, чем меньше будет трупов, тем меньше появится тварей. А это значит, что мы спасаем еще больше людей. Послушай, как бы ни было тяжело, не сдавайся. Очень тебя прошу. Вижу, что ты подключил к сети еще одно убежище. Отлично. Уровни Хиралия повышаются, и это хорошо. А насчет ББ-28? Радуйся, операция прошла успешно. Других серьезных процедур не потребуется. Это еще не конец, но кажется, можно сказать, что худшее уже позади. Нам лишь остается расширять сеть, следить за изменениями концентрации Хиралия и вносить поправки, если нужно. Лекарства должны помочь. Так держать, Сэм. Ну, отлично. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Погоди, а что тут у вас есть? Так, стандартная доставка робота. Разворачиваю автономного бота-курьера. Пока не глючит. Так, что-то еще есть? Ну, стандартные заказы не хочу. Переработка, общее хранилище, личное, готовить снаряжение. Фляг-то у меня чего? Он мне как дал, так он мне есть. Мне будет этот пистолет, наверное, заготовить, на всякий случай, чтобы был. Против бандюганов. И... Как он называется-то? Травматическая... Штурмовая винтовка. А может ее лучше, погоди. Вот ее, наверное, изготовлю. А против этих мне... Метическая граната, гематическая пушка или что там. Ладно, подтверждаем. Предметов. ПХК у меня есть, я могу что-нибудь построить. Штурмовая винтовка. Угу. Ух, ботинки у меня износились-то. Вот это вот, да. Так, мне нужно тогда... Ботинки. Пушку я сделаю. Подтверждаем. Ботинки мы сразу надеваем. Это мы инструмент. Вот эти ботинки мы переработаем. Ну, сейчас попозже. Переработка вот этих ботинок. Переработать. Можно хирургические кристаллы переработать. Да, не за что. Благодарю вас за поддержку. Так. Ну, тут только стандартно. В общем, больше у нас тебе ничего не надо. Спасибо за ваш... Так, нам нужно съесть вон туда. Обратно. Так, не туда поехал. Погоди, что это такое? Что это такое? Помыться? Да ладно. По-моему, это грязь. Купальня в тайной долине. Ну да, прикольно. Где мотоцикл оставил? Где вещи оставил? Непонятно. Давай, хватит валяться. В общем, какой-то гейзер, не гейзер, а какой-то источник теплой воды. Ты куда?
Так, нам обратно нужен, да? Почти едет. Вот тут грузовик оставил разукрашенный. Тормозов вообще у тебя нету, я смотрю, да, мотоцикл. Так, нам сейчас будет, ну не знаю, мотоцикл, я смогу туда проехать. В общем, нужно будет доставить, да, вот к этому робототехнику. Так, у меня гараж, вот, есть свой мотоцикл, зачем какой-то другой? Подтвердить. Заказ назначен. Палочка у вас прикольно. Курьеры какие-то. Чьи-то курьеры, походу. Так, и как же мне туда проехать-то? Я предполагаю, вот тут вот. Нет. Вот сюда. Так. Погнали. Я смотрю, кто-то построил это. А куда? Куда она ведет, вот эта вот ваша? Горный узел. Керамика. Погоди, надо поднять. Мне керамика нужна. Так, керамику я прикреплю на мотоцикл. Смотри, здесь тропинка уже натоплена. Построил. Там нельзя заряжать. Так. Туда. Погнали. Начинается опять. Едем.
по-моему, выбраться. Вот этих застранцев. Вроде выбрался. Так, сюда вроде. Налево или направо? Куда ехать-то? Ну, объезжаем здесь, в общем. Я понял, что он разрежен. Я ж помаленьку на нем еду. Ё-моё, сколько тут камней. Сканируем удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие, разрешено. Сканируем удостоверение, Бриджес. Так, надеюсь, тут... Fragile Express проверено. Тут зарядника нигде нету, блин. Я бы где-нибудь тут этот. Так. Добавить запрошенный груз. Подтверждаю. Сейчас подключим, надеюсь, зарядник где-нибудь. Будь здесь. О, ты добрался. Чего там притащил? То? Не царапины, я смотрю. Ну, отлично. Так, что мне там дадут? Время доставки увеличится. А насчет хиральной сети обращаться вроде к тебе? Это правда, что я получу доступ к вашим схемам и так далее? Конечно. Я хочу выложить результаты моих исследований. Пусть люди читают и учатся, как училась я на их работах. И я хочу примкнуть к UCA. Отлично. Вездеходный контур. Круто. Так, а здесь нет ничего такого. Славно, славно. Выходит, мы теперь связаны, Сэм. Я бы рада показать тебе дом, но тут такой беспорядок. Спасибо, Сэм. Кажется, ББ-28 начинает выздоравливать. Как мы и надеялись, его сродство с иным миром усиливается. Конвульсии и спазмы прекратились. Я знаю, что тебе тяжело без ББ, но ты должен продолжать бороться. Совсем как малыш. Как и ББ-28. Сэм, заказ от нового клиента. Загляни в терминал горного узла, все подробности там. Вроде кому-то нужны лекарства. Отлично, доступен новый заказ. Чтобы узнать... Посмотрим, что здесь. Ну, тут стандартный заказ, не надо изготовлять снаряжение. О, это же активный контур, созданный робототехником для тебя? Сильно пригодится на горных перевалах. Да и вообще на любой паршивой дороге. Через реки. Да мне проще по мостам.
Я смотрю, тут какая-то тропинка. Это моя, наверное, тропинка, да? Вездеходный. Это то, что у меня есть. Ботинки мои. Ну ладно, в общем. Не хочу ничего изготавливать, мне так все устраивает. Мне бы только зарядник бы где-нибудь. Все будет хорошо, я за тебя сам. Плохо, что зарядник. А, вон он только тут вот. Можно у вас тут убрать все вот эти точки, которые я наставил? Тут знак осторожно, осторожно, осторожно. Тут осторожно. Тут я вроде проехал, повезло. Так, все убрал. Так, трос. Раз, два. Крутой склон. Так, мне куда? Мне нужно сюда вернуться обратно, да? Я построил, погоди. А могу я построить здесь этот где-нибудь поблизости? Дай-ка я. Мне ПТК нужен. Где тут изготовить снаряжение? ПХК. Да, один. Подтверждаем. Так. ПХК. Пошли, нам нужен будет его. Где я могу его построить? Так, ПХК. Тут нельзя, там нельзя. Вон туда сходить, посмотреть. Там тоже далеко. Тут далеко я могу построить? Нельзя. Сэм, выживальщик не разрешит тебе ничего строить на своей земле. Выйди за кольцо. Это граница его собственности. Я это уже понял. А где его граница собственности? Сюда. Чего там сюда? Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Так, тут, оружие... А, тут вот что, флешка. Что? А, придется веревку. Ты смотри, не дай, я даже вот тут построить. Блин, далеко у него зона действует. Да куда у него зона? Чтобы я построил где-нибудь тут вот. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Оружие разрешено. Ну, где можно построить, ё-моё? Так, стоям, ба. Бриджес, ты серьезно? Я тоже об этом. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Блин, ну сколько можно? Да откуда у тебя границы действуют? Давай сюда.
вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Ну-ка, вот сюда можно было построить. Мне ж второй есть. Строительство завершено. Оружие разрешено. Тогда мы разберем. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Или пусть будет. Ладно, пусть будет. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Так, добро мотоцикл, мне надо с ним переработать керамику. Строительство завершено. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Переработай мне керамику, пожалуйста. Керамику, да. Штурмовая травматическая пистолет против тварей. Так, у меня он есть, отлично. Хиральный этот. Хорошо, подтвердить. Да не за что. Спасибо за ваш вклад. И впредь так держать. Так, надо мотоцикл зарядить. Так, тут если я заряжу... Ну, это моя. Вот это то, что проложил, это я. Прокладывал. Если вот сюда вот. Блин, даже не знаю. Попробую 2-3. Там нету. Вот сюда куда-нибудь. И сюда. Так. Пойду все-таки изготовлю штучки ПХК, штучки 3. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все впредь так держать. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Потому что я хочу построить все-таки этот мост, по нему перемещаться. Так. Где тут? Полный заказов. О, у меня робот есть тут. Роботом доставил, отлично. Так, что он там доставит? Угу. Наверное, если вот это он доставит 17, всего лишь тут. Тут 32. 30 примерно. Да, пусть. Разворачиваю. Пусть робот идет выполнять. А я-то что, я не... Мне не создал там. Мне нужен второй. Угу. Подтвердить, да. Да, на спине. На мотоцикл парочку прикрепить надо бы. И впредь так держать. Оружие разрешено. Так. Раз, два, три, четыре. Три. На мотоцикл. Да.
А тут вот был один еще. Так, ты пока заряжаешься, а я думаю, куда мне тебя поставить. Мне тебя надо поставить. Один сюда. Какой-нибудь второй сюда. Какой-нибудь третий сюда. Четвертый сюда. Так, нам, пожалуйста, он туда едет. Отлично. Так, это моё вон. Ты стой. Стой вот сюда. Да, отлично. Так, бочку. Стой ты, блин, сколько может падать. Ты пока тут строишь, а я поехал. Сюда куда-нибудь по прямой там. Ну, туда еще попробуем. Надеюсь, вот этому бугорку будет видно. Смотри, не видно тут. Нарвался, блин. Ну, вон там видно. Отлично. Тот мотоцикл я там оставил. Да, я, конечно, молодец. Понимаю.
ладно, сейчас на мотоцикле доеду. Надо себе взять все-таки с мотоцикла. Парочку себе забирать. Подтвердить. Садись. Слышь, иди-то отсюда. Вам. Так, мне нужно два. Если вот сюда. Строительство завершено. Построить смогу я построить. Пушка у меня есть. Это мимо все. Так. Ну тут я построил одну лишнюю, да, вот эту вот. Да этот разберу я, что ли. Разобрать. Это я заберу к себе. Постройка разобрана. Куда я там еду-то, не пойму. Чуть не нарвался-то, ё-моё. Куда же мне? Наверх залезть.
Эй, ты тормози. Так, а если вот отсюда вот достанет, это моя. Чё ты не берёшь-то, я не пойму. Ой. Да, замочись, падай. Не говори. Так, а та куда идет? Сюда. Наверное, нормально. Сюда бы еще надо было поставить, чтобы можно было вот эту соединить с вот этой. И вот с вот этой. Так что да, мне, я чувствую, еще придется тут лазить. Но я-то тоже пешком туда приду. Сейчас построится, я туда мотоцикл брошу. Он мне не нужен. Так, давай воспользуемся. Можно либо обратно. Как отпускать? А почему я стой не могу? А, то есть туда можно. Блин, эту клавишу нажимаю. Ну я в принципе понял, нажимаем. Погнали. Сплав, керамика. Так, а отсюда куда? То есть отсюда получается вниз не спуститься. Получается, отсюда видимость только. Докуда там действует это? Я понял, то есть я думал, он до конца достроили. Ну, придется мотоцикл проехаться вниз. Садись за мотоцикл и погнали. Высоко отсюда я упаду. Так, ну давай тогда задом, если ты не можешь передом. Не страшно. Как разряжается. А здесь зарядить нельзя. Действует это. А это я, наверное, строил, да? Или нет? Кстати, а где этот виден-то? Сканирую удостоверение.
Ну. А, тут вот, то есть нельзя тут, получается. Там виден этот. А где тут это? Граница-то, я еще не пойму. А, то есть можно вот сюда построить. Ну, давай вообще попробуем сюда достроить. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Так, тормозим. Так. Изготовить ПХК. Одну. Так, винтовочка у меня кончается. Да ладно, потом, может, хватит, я думаю, напугнуть. Забрать материал не надо. Пошли построим пока. Счастливого пути. Угу. Слишком близко к имеющейся постройке. Если хочешь возвести новую, выйди за пределы сенсорного кольца. Я понял. Ну как отсюда? На этом мы серию завершаем. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо и пока.